Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дмитрий Николаев. Сегодня у меня очередная посылка с Китая. Посылка отлично упакована, еще и вот в таком поролоне. А это ко мне пришла вот такая селфи-палка Blitz Wall. Одна из лучших палок для селфи-фотографирования, так как тут преимущество есть очень много кнопок управления на самой палке. Но об этом позже. Значит, вот в такой коробочке поставляется мини-монопод. И дружит она со всеми устройствами мобильными на андроиде. Я не знаю точно, как там на Apple она подходит, не подходит, но на андроиде подходит. Если старая версия андроида, то устанавливается специальное дополнительное программное обеспечение. Так, ну это коробочка. На ней, кстати, отображено, что вот полностью управление и зум тут имеется. Палка не прокручивается. Работает через Bluetooth. С помощью кнопок включается как и фронтальная, так и основная камера. Ну и заряжается палка от USB, так как имеет встроенный аккумулятор. Вот такая селфи-палка. И нанесен логотип компании. С вот таким шнурком, который одевается на руку. Дальше тут идет под резьбу стандартную, то есть ее можно еще к штативу какому-нибудь приспособить. Так, и значит в комплекте идет вот такой еще, и сюда можно его прикрутить. Я не знаю, как этот называется, крепеж, то есть на ремень его, что ли, кому надо. Потом мини-USB для зарядки этого монопода селфи-палки. И инструкция. Инструкция с обозначением разнообразных, какая кнопка за что отвечает. Инструкция на английском языке. Так, ну вот это дополнительный, как в подарок они дают дополнительное какое-то крепление, как я понял, для экшн-камер, которая подходит. Так, ну и сама селфи-палка. Значит, смотрим. Основная кнопка включения. Тут кнопочка для изменения камеры, то есть фронтальная или основная, переключение зум, плюс-минус, приближение, отдаление. Тут идет сама вот палка в режиме off, сейчас находится тумблер on off, включение и для USB зарядочка. Все, в принципе, все. Сама палка открывается путем вот так прокручивания вот этой основы, и вот так она по частям открывается примерно, и путем прокручивания зажимается и больше ходуном не ходит, как говорится. А если еще в одну сторону и поочередно, она собирается. Ну, так удобно как бы сделано. Примерно палка около метров. Вот как на сайте, на страничке, где я ее покупал, написано точная длина 900 мм. Тут имеется зажимчик для вот этого крепление для мобильных устройств. Единственное, сейчас разберемся, как оно открывается. Вот так оно открывается, и под устройство на пружинке растягивается. Работает, как я уже говорил, по Bluetooth. Бывает, что на старом андроиде, я не помню каких версий, предупреждали, что может не обнаружить палка мобильный телефон, смартфон. Поэтому с Google Play устанавливается бесплатное приложение. Материал алюминий. На странице, где покупал, написано, что подходит как к и айфонам, так и к Android устройствам. Сейчас попробую ее механическую часть сначала. Вот у меня 5-дюймовый
смартфон, ну, держится шикарно, конечно, вообще. Зажало хорошо его. Смартфон, единственное, вот это дело, поджимать, чтобы она не болталась. И включаю, если не разряжена самопалка, на ней режим он. Вот замигал красный диодик, и вот синий диодик загорелся. Подмигивает, наверное, палка разряжается, посмотрим. Так, что у нас тут по Bluetooth? Да, вот нашлась эта палка, и она уже подключена, показывается. Итак, я попробовал, как хорошо станет на палку вот 5,5 дюймов смартфон Lenovo, как ему на 5 дюймов хорошо встает, так и прекрасно, вообще шикарно держится на 5,5 дюймов смартфон. Единственное, что в обычной камере, если включить обычную камеру, то вот эти кнопочки, как-то вот она не определила, то есть кнопочки зумирования, приближение, отдаление, кнопочка смена самих камер. Единственное, что кнопку спуска она определила и просто фотографирует. Но хочется, чтобы были задействованы все кнопочки, поэтому для эксперимента я установил вот два приложения. Это Selfie Shop камера и второе приложение Best Me Selfie камера. В обоих приложениях палку, вот эту селфи палку видит хорошо. Если вот в эту я захожу, то вначале было предложено мне назначить кнопки, что за какую отвечает кнопка какая. Если перейти в настройки, то это, в принципе, вот помощник подключения монопода и менеджер селфи кнопок. Вот эти все кнопки, которые я поназначал, что за какую отвечает. Ну и, в принципе, давайте продемонстрирую, например, кнопка зумирования. Сейчас я вот приближение работает. Отлично, отдаление работает. Кнопка смена самих камер. Сейчас фронтальная поменяется с основной. Вот поменялась фронтальная с основной камерой. Сейчас это меняю назад. В общем, отличная селфи-палка. Кому нужна качественная селфи-палка, вот это она еще. И, как я уже говорил, имеет встроенный аккумулятор, который заряжается и хватает надолго. Причем при всем есть еще включатель и выключатель для экономии энергии вот этой селфи-палки. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ссылочку, где покупал, будет в описании под этим видеороликом. С вами был Дмитрий Николаев. Всего всем хорошего. До скорых встреч.